Смотрите, у нас папа сегодня был в магазине, купил вот такую свинку Пеппу с гелием. Мы решили посмотреть, что же выберет Геша. Шарик со свинкой Пеппой? Или вот эту траву? Вот он возмущается. Возмущается. Ты выбираешь траву? Ты выбираешь траву? Ну а как же свинка Пеппа? Гешка. Нет. Кроме травы его ничего не интересует. Как он чавкает, а? Ну чё, как тебе? А? Как тебе животное надувное? Не-а. Ничем его интерес к траве не перебьешь. Абсолютно. Ох, кот, кот. А если мы сделаем следующее? Если мы вот так вот ее сюда положим, прямо вот так вот к траве, впритык. Если прямо около-около травы положить, интересно, будет какой-то результат? Нет? Ты вообще ушел? Ушел. Он сказал, что по моим правилам он играть не будет. Все, до свидания.